друзья, сейчас мы пойдем на завтрак. За окном Моречка. Моречка, сделайся видно. Ладно, я его так потом покажу. В общем, сейчас мы пойдем на завтрак. После завтрака мы пойдем сразу на репетицию, потому что мы играем в спектакле. И после спектакля уже... Кстати, какой красивый план выбрала. И после спектакля потом мы уже пойдем на... Мальчик. На этом пляже есть вот такие вот классные медузки. Они очень похожи на желе, а еще после них очень скользкая рука. Апдейт. Мы нашли офигительно большую медузу, и она реально просто огромная. Вот обычная медуза, а вот эта. Она очень большая, и ее надо отпускать. А, но рука очень-очень... Как будто бы в экзоплазме. Я забыла, как эта штука называется. А кто ловит медузку? Даша ловит медузку! Сейчас самое время сделать прикольные фотки и почитать. Здесь работает очень классная библиотека, я там взяла целых две книги, так что не скучаем. Сейчас мы идем с пляжа домой, чтобы помыться и потом пойти на разные мастер-классы. Я боюсь, что здесь меня не слышно, потому что рядом дорога. Сейчас мы пойдем на гала-концерт и награждение, нам скажут, какое место мы заняли. Ой, я с песней место заняла. Вот я уже готова в таком вот парадном праздничном с обшарпанным балкончиком наряде. Не за себя я вихри опасаюсь, ведь я и гость. Дипломом и сертификатом выпускника награждается Сироклинова Вероника, город районный поселок Краснооб, Новосибирская область. Вероника, вы были звездой. Поздравляю вас. Итак, прошло награждение, и у меня есть вот такой вот диплом за лучшую женскую роль второго плана. Это вам не хухры-мухры. В спектакле «Куриный переполох», потом лауреат второй степени по вокалу. И вот такой вот призик. Это... Ну, бери же ты. В общем, это как раз за вокал. Мне дали вот такую вот мини-статуэтку. И еще мы с театром заняли третье место в... конкурсе. Так что я думаю, что этот конкурс, эта поездка прошла очень успешно. Это было, правда, очень круто. А вот здесь бамбуковый лес. Прям в Сочи. Коля, скажи привет влогу. Здравствуйте. Ей. Вон там вот есть очень клевый садик. Где ты там? И мы сейчас сюда идем. Итак, вот он садик. Здесь у нас какая-то странная штука. Здесь у нас Коля, лучший фотограф. Привет,
очень-очень грустно уезжать, потому что... Почему, Катя, грустно уезжать? Потому что море теплое, море соленое, а наше грязное и холодное. Это просто очень теплое. Реклама Новосибирского водохранилища. Очень хорошее море, очень любим мы его. Хорошее, любимое. На Пасочке самое лучшее море, не соленое, но наше. Мы ему ставим, знаете, 7 из 10. Мы ставим лайк. И вы тоже ставьте. Репостните видео. Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Я вас безумно люблю. И посылаю лучики и счастья, лучики солнышка из жаркого города Сочи. Всем пока-пока.